Всем привет! Хочу подсказать одну идею, если кто-то ее захочет реализовать, будет интересно узнать, что получилось и получилось ли вообще. Идея появилась сразу после того, как поступили в продажу летние колеса для торпед. В интернете увидел видео, где китаец лихо устанавливает сетку с берега с помощью моторной лодки. Я покажу это видео в верхнем углу чуть позже. В интернете встречал разные колеса для торпеды и попадались довольно интересные в виде полусфер. Сразу подумал, что с такими колесами торпеда будет двигаться под водой, но не цепляясь за лед зубастыми колесами, а просто работая такими колесами. Пробовал запустить торпеду под лед с теми колесами, которые продаются у нас, и понял, что эта идея провальная. Торпеда совсем не в состоянии двигаться с такими колесами под льдом, к тому же пятится она назад намного успешнее, чем вперед, сами видите. Но вот китаец с моторной лодочкой подсказал, как можно использовать эти колеса. Привязать-то сетку можно, но вот отцепить ее от торпеды и вернуть торпеду обратно уже нужно подумать. Мне вспомнился самораспускающийся узел. Альпинисты такими пользуются, да и не только они. Способов, как правильно завязать такой узел, можно найти много в интернете. Я попробую изобразить что-нибудь простое, но не менее надежное. Я попробовал привязать кусок веревки в виде петли подобным узлом и посмотрел, как будет все работать у себя на столе. Петля надежно удерживается таким способом, а потянув за другой конец веревки, узел легко распустился и сеть должна свободно уйти на дно. Все должно работать и в боевой обстановке. Торпеда тащит сеть в воду, тянем за конец веревки, сеть отвязывается и падает в глубину, после чего торпеду вытаскиваю из воды за ту же веревку. Вроде все просто. Но недостаток в том, что чтобы проверить сеть, ее придется вытаскивать на берег, перебирать и заново ставить. С помощью торпеды с летними колесами можно установить и тяжелый груз или якорь в нужное место водоема. При необходимости можно добавить плавучесть торпеды, привязав дополнительные поплавки. Затем к этому якорю можно организовать подтяжку любой снасти и не только сетки, с помощью ролика и закольцованной веревки. Так что вот такие мысли. Если есть у кого-то желание попробовать все это, поделитесь результатами. Я буду очень рад, если идея окажется рабочей. Я не совсем уверен, что торпеда с такими колесами протащит тяжелую сетку, но легкую финку или дорожку, думаю, запросто. Всем удачи и буду ждать отзывов.